Я сейчас ухожу по делам. Блин, собиралась целый день. У нас странная погода уже который день. Вроде бы тепло. Утром у нас жарит конкретно солнце. Небо чистое. К обеду ближе у нас начинается либо дождь, либо затягивает небо тучами. К вечеру главное, что снег еще не выпадает. Все практически камеры беру с собой. Просто думаю поделать дела. И потом прогуляться. Только что поела, блин, маринованный лук в лаваше. Кто не пробовал, попробуйте. Это, конечно, еда на любителя, но я иногда люблю что-то такое вот просто из ряда вон выходящее. Хотя это не особо и из ряда вон выходящее, но это просто вкусно. Моя любовь — это маринованный лук, а лаваш — это что-то такое, во что можно заворачивать все что угодно, и это будет вкусно. Закрыть балкон. Поднялся ветер у нас. Теперь не пойми, какая вообще погода будет. Я на всякий случай надела свитер. Еще сверху напялю куртку. И да, нужно не забыть воду. Потому что после лаваша и лука мне 100% захочется пить. Так, не забыть телефон. А бальзам для губ. Вроде бы ничего не забыла. И да, наверное, возьму зонтик. Я приехала на левый берег. Здесь есть такой парк под названием Алые паруса, если я не ошибаюсь. Вот мне интересно туда просто сходить. Я никогда не была в этом парке. Говорят, там летом очень красиво. Хоть сейчас и не лето, но, в общем, красиво уже должно быть. Когда въезжаешь на левый берег, видно вот такой корабль. Вот такой кораблик железный. Ну и пойдем в парк. Я только что там снимала. Напротив сидели женщины преклонного возраста и бухали. Я такое вообще давно не видела. Такой пережиток прошлого. Не могу найти спуск. Есть ступеньки. Но я не знаю, насколько они хорошие. В общем, не будем рисковать. Пойдем обратно. Я нашла такую вот тропинку. Попытаюсь спуститься. Я вообще не знаю, это спуск в парк или нет. Вообще какое-то дикое место. Короче, парком тут и не пахнет. Водитель попался такой, знаете, который не умеет водить. А под не умеет водить, я имею в виду, водит резко очень. На поворотах, тормозит резко. Это очень меня укачало. Сейчас очень тошнит. Нужно попить водички, наверное. Фу, так канализации воняет. Надпись Левобережного района и корабль. А вот это Левобережный парк патриотов. Город Воронеж разделен на два берега. Это правый берег и левый. Правый берег — это старый город считается, левый берег — это новый город. Левый берег — это такой же город, многонаселенный пункт, как и правый. В парке присутствуют биотуалеты, все цивильно, и детские площадки неплохо оборудованы. Также есть теннисный корт и много лавочек. Также в этом парке не одна площадка, а несколько очень хорошо оборудованных для спорта. Спорт — это наше все. Самое главное, почему этот парк называется парк патриотов, потому что это парк с военной техникой. Здесь ее очень много.
целом парк этот мне очень нравится, потому что он красивый, он такой патриотичный. Очень-очень много места, где можно посидеть, где можно отдохнуть. Просто провести время с друзьями. Есть даже сцена для проведения торжеств. Едем дальше. Напротив парка патриотов также длинная аллея с лавочками, где можно посидеть. Также напротив парка патриотов находится парк Алые паруса. Сейчас мы идем туда. Закрыто. Попробуем обойти. Странно. Все закрыто, везде придется, наверное, пролазить. Может быть, я что-то не понимаю, но обычно парк – это вседоступное место. Попробуем обойти еще раз. Я боюсь зайти на какую-нибудь территорию. Боюсь, чтобы меня не арестовали. Я зашла на какую-то территорию. Я не знаю, что здесь. Пролом. Казалось бы, просто сходить в парк. Боже, я доберусь до него вообще, до этого парка или нет? Я слышу, как дети орут, и это дети орут в парке. Здесь какая-то разруха. Все огорожено забором. Боже, с какой стороны мне просто зайти? Скажите, я зайду. Я это сделаю, обещаю. Неплохо тут площадки такие. Не знаю, видно вам, нет? Прям как в лесочке. И вот не поверите, вот это все огорожено забором. Как туда пройти, я не знаю. Я его обхожу уже 350 раз. И надеюсь все-таки найти вход. Здесь еще и невозможно пройти. Я шла сюда столько времени, чтобы зайти просто в тупик. Я хожу по территории учреждения. Не знаю, вообще законно это, незаконно. Сейчас постараюсь выбраться отсюда. Я уже задолбалась ходить. Не поверите, и здесь тоже тупик. Короче, мне придется идти назад, откуда я и пришла, чтобы просто обойти. Я задолбалась. Может, на карте показан вход? Нужно посмотреть. Из тупика я нашла выход. И нашла все-таки по карте вход в парк. Держим путь туда. Здание, за которым я бродила. Спуск к парку, как к морю. Вход. Вот такая большая территория. Со всякими аттракционами. Когда я приехала сюда, я снимала вам вот там. Да, вот там. Теперь я на другом берегу. И у нас есть пристань. На пристани также катают на катамаранах, на лодках. Весело. Территория парка, конечно, огромная, просто огромная. Также присутствуют зоны с аттракционами. Есть такие модные и не очень для детей поменьше. Со всякими батутами, стрелялками и всем остальным. Детям здесь очень весело. Цивильный туалет. И детский пейнтбол. Клёвый парк. Поехали дальше. Центральный РЖД. А это мы с вами в Петровском сквере. Санкт-Петр.
вот это и весь был Петровский сквер. Он на самом деле очень маленький. Это памятник воинской славы, знаменитый. И это мы, кстати, с вами на правом берегу уже пересекли речку, а точнее водохранилище. Здесь также присутствуют лавочки и стрела. Это все, кстати, недалеко находится от Петровского сквера. Ну и фонтан с лавочками и с влюбленными. Знаменитый белый бим и не черное ухо. Часы. Это у нас кинотеатр «Пролетарий». Возле него очень часто акции всякие собираются. Также по Воронежу есть сеть магазинов, кафе-магазинов вот таких, с таким названием. Там очень вкусные пироги. Советую. Это центральный парк Кольцовский называется. Очень зеленый и очень красивый. В этом парке только лавочки и красивое озеленение с фонтаном. А вот и площадь. Вот это центр Воронежа.